Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Сметик, и сегодня вместе с вами продолжаем воровать вещи у соседа. Надеюсь, что вы не поскупились на свои лайки, на комментарии, тут же пишем снизу что-либо, ставить свой комментик, а мы, тем не менее, продолжаем обносить дом у соседа. Отличное доброе утречко, почему я на земле спал? Мне черви могли какие-нибудь съесть, ну ладно, вроде не съел никто. Василич! Василич, доброе утречко! Телефон оставил здесь, воется там. Василич, ты что, в ванне, что ли? Василич, я к телефону! А чё так громко-то, а? Василич, там дверь есть. А чё у тебя с глазами? У тебя глаза все черные, ты не выспался, походу. Ты когда последний раз спал? Года 2-3 назад. Походу, так оно и есть. Ладно, он что-то на кухню пошел. Ну что ж, его дело. Бачки здесь везде раскидал. Чё за человек-то такой, а? А кстати, по старинке работает, здесь нет еще. Так, ради интереса посмотреть. Так. А, непонятно, работает, не работает. Подожди, дубль 2. Что тебе надо от меня? Непонятно. А где он? О, коробка. Коробка мне пригодится, что для того, чтобы взять другую коробку. Я так и не понял, где он бегает, но он где-то бегает, какими-то своими делами занят. А, вот, здорово, Василич. У тебя нормально все? Я говорю, нормально все, нет? Здороваться над соседскими детьми. Да почему ты такой громкий-то? Я ничего не пойму. Так, это надо в кладовочку свою. Пусть в кладовке полежит. А почему я запрыгнуть-то не могу? Ты что, дом перестроил, что ли? Нельзя больше или можно? Ну, стой, дубль 3. А, нет, можно. Куда ты меня тянешь? Давай, пинай, все разрушай. Василиш, да тебе выспаться надо, ты на свои глаза, глянь, ты выглядишь как? Ты глаза черные. Или может быть это у него кукуха просто так сильно поехала, вот и все. Аж глаза почернели. Ну краситься начал, чё? А чё он стоит? У тебя нормально все? Ха! Ладно, пошел по своим делам каким-то. Ходит, мусор здесь раскидывает. Откуда у меня эти бачки берутся? А, это не мои бачки. Ведерочка. А, ну да. Сать ведро, руки мыть там же. Чё он на кухню ходит постоянно? Василич, мне самому на... А, он спать лег. Спокойной ночи, Василич. Я у тебя тут одолжу немножечко. Картиночек там. Всяких разных интересных делов. Подожди, а почему это не берется? Спят усталые, Василич. Книжки спят. Василич, ты что спишь? О, спасибо. До дома как раз меня докинул. Так, ладно. Надо свою картину в галерею все докинуть. А где он? Василич! 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 Ну вообще без разницы, что ли, пропал куда-то походу. Зачем я с ведром хожу? А сюда поставлю. С двух ведер полы мыть как-то поинтереснее будет. Ну ты давай через окно еще домой зайди. Нет, на улицу пошел куда-то. Он там, наверное, закапывает кого-нибудь постоянно, вот туда и ходит. Я не знаю, зачем он туда ходит постоянно, но зачем-то ходит. Так, стулья. Я тебе стулья одолжу. Картина.
Нифига себе, сколько стульев. Хватит, хватит бегать за мной. И куда мне столько стульев? Ну что, друзей своих воображаемых позову, будем вместе с ними сидеть. Понятия не имею, зачем. Ну, вместе сядем, что, устроим здесь что-нибудь вечериночку. Колян, там Арбузина, Санек, все будут. Здравствуйте! Здравствуйте! Блин, а кто сломал качелю? Василич, ты чё соседские качели ломаешь? Ты вообще того, что ли? Алло, здравствуйте. Ладно, его дело, пусть чем хочет, он не занимается. Так, он опять на кухню идет. Или спать пошел. По сторонам что-то смотрит. Так, через окошко, говорит, выпрыгнул, говорит. Пойду, говорит, через дверь назад зайду. У меня, говорит, ума палата, я хожу кругами. Молодец. Стой. Подожди. Ай. Куда? Я маленький, но я юркий. Меня просто так не поймаешь. Понял, Василич? Так, надо каждому по тарелочке положить. Так, а это на чем резать? Да куда бы ее положить? А вот сюда положу. Хотя здесь у меня обычно мусорка, ну да ладно. Просто оставлю это здесь. Зачем мне фонарь на столе лежит? Чтобы подсвечивать? Непонятно что и непонятно зачем. Василич, почта не приходила? Нет, вроде не приходила. Что-то опять через окно? А потом налево пойдешь? Не, направо идет куда-то на кухню опять. Или спать пошел. Василич, кого ты там опять ищешь по дому? Как ты меня видишь-то постоянно? Да не хочу я к тебе ходить, ты и так страшный. Ты, наверное, потому и страшный, что я тебе все вещи забрал, вот ты так и выглядишь. Ну, ты реально выглядишь страшно, Василич. Ты к врачу бы сходить бы, я не знаю. Это ты какой-то подозрительный именем и стал по сторонам смотреть. Ты грабитель ищешь? Да мы здесь вдвоем на весь район живем. Кого ты здесь высматриваешь-то? Да вот он, я здесь перед тобой. И к окулисту зайди, заодно зрение свое почини. Это со зрением, походу, у тебя беда. Причем пипец, какая беда. Так, а здесь я все забрал? Да, здесь я вроде бы все забрал. Здесь и забирать-то больше нечего. О, коробочка. О, водичка. Хоть попил заодно. Василий, тебя не смущает, что у тебя хата вообще пустая? У тебя чем дальше, тем пустее. Она все пустее, пустее, пустее. Скоро у тебя вообще ничего не останется. У тебя скоро все лампочки повыкручивают, ты у меня офигеешь. Так, давай сюда поставим. Сюда поставим. Опа, чуть не упало. Так, это в мою галерею. Это, конечно же, в ванну. Ты где ведра закупаешь? Кстати, походу, оптом где-то закупает. Наверное, скидка была 5 по цене 10. Однозначно. Ну как, 5 покупаешь, платишь за 10 и все, и нормально. Мне кажется, это в стиле Васильевича. Вот потому у него с глазами такие проблемы. На самом-то деле. Он опять на кухню пошел. Че ты туда ходишь постоянно? У тебя там вообще уже, у тебя не пожрать там ничего нету. А че, молока нет, что ли? Кладусь есть что? Кладусь тоже ничего интересного нет. О, нормально. Бутер себе дома сделаю. Так, это не снимается. А что у тебя мусор здесь сделает? Ведро еще одно. Тандел со своими ведрами. Яблочко утащу. Покушаю дома на досуге хоть. Тан-таран-таран-тан-тан. Надо холодильник себе начинать забивать. Чтобы да было. Холодильник тут здорово, а жратвы нет нифига. Родители ничего не оставили. Ну правильно, как бы они мне что-то оставили, учитывая, что у меня воображаемые родители.
Их даже нету по факту. Так, хлебушек. Хлебушек. А куда хлебушек? На печке поджарим хлебушек. Так, давай кружечку сюда. Ну ладно, пусть лежит, нормально все. Да как ты? Я просто мимо шел, я вообще не к тебе даже. Василий, я тут ограбил кто-то, я видел. Они туда убежали. Вот, да, налево, налево, иди туда, прогуляйся. Да не в дом иди. А, ты описывать имущество пошел, что украли? Ну, всякое бывает, что. Кого-то там опять высматривает. Че он ходит туда постоянно? Наверное, глаза отмыть пытается. Он реально глаза там, походу, отмывает. Ван уходит, говорит. А то нифига себе, говорит, как чукчу выгляжу. Так, ну подожди, это, наверное, на мусорку. Молоко. А молоко-то у тебя не просрочка случайно, ничего, надо посмотреть. Кого? До сентября 97-го. Василич, ты в курсе, что 2019 год на дворе? Ты чё чудишь-то? Ты выкинь эту просрочку. И это у тебя все выкинь, посмотри. Зачем я пустые банки у тебя забираю? Кстати, а где мой друган? Шар для боулинга. Шарик. К ноге. А, вот он. Надо его опять послать, пусть катается по тихой грусти. Ну, ему нравится кататься туда-сюда. Его катишь, он катится. Эх, лепота. Так, сейчас его куда-нибудь закину. Пусть он катается. Все, он куда-то покатился. Он от бабушки ушел, от Василича ушел. Я от дедушки ушел. Сейчас смотрю, катится куда-нибудь. Оп. Чик. Так. Ну ладно, здесь будет кататься, чё бы нет. Так, а нафига мне лейка? Чё-то у меня ведёр здесь слишком дофига. Может, полить чё-нибудь? Василича, например. Глаза помочь ему отмыть. А то чё он бедненький. Давай машину Василичу польём. Василич! $50 за помывку. Ну ладно, учитывая, что у тебя вещь забрал, так что мы квиты, ты мне ничего не должен, и все нормально. У нас все нормально с тобой. Считай, что мы с тобой раскидались. Куда лейку-то деть? Вот сюда и дену. Пусть там лежит, нормально все будет. Опа. Он опять мыться пошел, что ли? Он реально постоянно мыться ходит. Ну чё? То он реально там глаза, походу, отмывает. Василич, ты там чё отмываешь постоянно? Ты надоел. Чё там всё моет? Сколько можно? Так, вот здесь как раз у меня под посуду место. Тарелка третья у меня делась. Ну просто третья тарелка куда-то делась, я не понял куда. Чё ты смотришь там на меня за километр? А, ты меня видел, что ли? Он опять ходит там кого-то высматривает. Ты надоел, ты так скажи, что воров ищешь. Да, Василий, всё, у тебя всю хату обнесли уже. Скажи спасибо, что потолок не утащил. Хотя скоро, может, и утащу. Еще тарелочки. Все, давай прощаться, Василич. Мне это нужнее. Василич, ты понимаешь, что ты, скорее всего, ты плод моего больного воображения, либо компьютерной программы, потому что ты не можешь пройти дальше. Ты, у тебя еще какая-то боязнь дорог, смысл? Дорогофобия или что это такое? Я не знаю, как это называется. Ну, явно это ничего хорошего. Не, подожди, реально, а куда делась третья тарелка?
куда они деются? Что за пространственная аномалия? Не, они просто куда-то исчезают. Кстати, есть одно местечко, где они, скорее всего, могут появиться. Нет, это не то место. Подожди, а где коробка для забытых вещей? Она вообще здесь есть? Нету? Походу, нету. Так, тарелочки. Холодильник вот отлично у тебя разморозится как раз. Ну, чайничек. Нормально такой чайник не пойдет. Ведро у тебя, что-то смотрю, по всему дому валяются. А что они у тебя там валяются-то? Зачем? Так, чайник. Чайник. Чё? Блин, уже давно электрический, если я все на плитке грею. Ну правильно, чего украл, на том и грею. Я парень простой. Синенькая кружечка. Она особенная. Поставим возле зеленой. Чтобы они обе были особенные и понимали друг друга. Кого ты там опять высматриваешь, Васильич? Все, я тебе всего обчищу. Ты что, не понимаешь, что ли, этого? Ты опять, что ли, в ванну пошел? Слушай, может, у тебя чесотка там, еще что-то, я не знаю. Нафига ты в ванну-то постоянно ходишь? Мне кажется, это ненормально. Я в шкафу посижу, пожалуй. А я в шкафчике сижу, на Васильича гляжу. Только я все сижу. Так, мука, отлично, яблоки. Все пригодится. Так, зубную щетку вам, наверное, не буду забирать. Васильичу, мне кажется, нужнее. А, он спать пошел, правильно? Говорит, хату обчистили, пойду посплю. Говорит. Полицию звонить надо, Васильича, правильно? У нас 911 нельзя позвонить. Нету таких цифр на телефоне, поэтому без полиции обойдемся. Будем так наши дела решать. Так, муку сюда. Отличненько. Я надеюсь, он там спит все еще. И офигеть, если он уже выспался, конечно. Так, банан. Банан. Ваза. Отличная ваза, кстати. Здорово, Васильич! Не, реально красивенькая такая ваза прям. Надо у родителей поставить вазу. Ну, как элемент декора, чтобы стояла. И цветочек. Цветочек надо один к себе в комнату. Ну, чтобы это кислорода у меня все насыщал там. Жалко, что, конечно, не кактус. Там радиацию бы забирал бы туда-сюда. Вот эти вот все байки. Как будто реально кактус может у кого-то отбирать что-то. Например, радиацию. Ну да, точно. А Васильич там идет. Он куда-нибудь придет. А че у тебя бардак такой? Че у тебя мусорка такая? На всей кухне, блин. Так, ладно, тостер пригодится. Так, яичница нормально поем. Пригодится. Так, стульчик. О, телефон. Телефон надо на базу тебе вернуть. Хотя нафига тебе телефон? Еще в полицию позвонишь на меня. А я не хочу куда-то далеко. Места не столь отдаленные. Вот у меня будет два телефончика. Кстати, я где-то вторую трубку забыл. Но как раз вместо той и пойдет. Так, тостер. Вот самое место у меня здесь для тостера. Еще одна сковородка. С антипригарным покрытием, кстати, между прочим. И табуреточка. Ну, вот здесь. Буду колено наказывать, он здесь сидеть будет. Потом я его буду пугать, он будет вставать и головой об эту штуку биться. Так что все нормально. Все в пределах нормы. Куда ты опять-то, Васильич, пошел? Через окно опять, да? То есть двери уже, в принципе, не для тебя. Ты вообще одичал. Ты иди хоть с людьми пообщайся. А ты ерунду всякой страдаешь. Опять в ванну пошел, опять мыться, походу. Так, ладно, надо вот это все собрать у нее здесь. Ты что-то наставлял здесь делов кучу, мусор всякий. Я даже за тебя уберусь, Васильич. Мне, в принципе, не стрёмно. Убраться это никогда не стрёмно. Так, и мусор выкину. Так, надо пойти отнести. Что-то у меня здесь ведер уже накопилось, я не знаю. Можно будет здесь уже ставить как кегли,
и в них шар для боулинга запускать. Да, кстати, а где мой шар для боулинга? Где он катается? Шарик, шарик. Шарик, шарик. А, вот ты и здесь все катаешься. Ну ты молодец, ты давай катайся вокруг дома, сторожа, чтобы все нормально было. Ты смотри, я за тобой наблюдаю, я тебя кормлю. Хотя чем я кормлю? Как я могу кормить шар для боулинга? Что за ерунду я несу? Так, ладно, мусор надо до конца убрать все-таки. Блин, Василич, как свинья живешь, ты посмотри на себя. Неудивительно, что как бомж выглядеть стал. Так, здесь ты сам у себя уберешься, я надеюсь. Так, молоко, это просрочка. Это тоже мусор все. Не, реально, а банки-то чё открытые-то все? Но она реально открытая. Ты чё, пил с ней уже, что ли? И прибери за тобой все, делай. Ты зарплату начинай мне платить. Так, часики я тоже... Нет, я их не могу забрать. Ладно, лампочку я тебе одну оставлю. Мне кажется, она тебе нужнее. Тихо, Василич! Зачем ты меня поймал-то опять, а? Ты опять в ванну, что ли? Тебе вообще заняться больше нечем? А, ну да, правильно, телек утащил, телек ты уже не посмотришь. Только в ванну тебе ходить. А вот здесь эту лампочку я тебе заберу, пожалуй. Тебе, я думаю, она ни к чему. Так, все, здесь все у нас. Опа, баночку пропустил. Василич, я думаю, тебе пора идти. Опа, побежал куда-то искать кого-то. Опа, там говорит, кто-то ходит. Ну да, всякое бывает, Василич. А что у тебя тарелка здесь делает? Я заберу, пожалуй. Так, зубная паста. Да-да-да, Василич. Ага! Я думаю, ты не успеешь за мной. Кстати, мусор свой себе забери. Все равно там ничего нету. Хотя ты можешь, в принципе, собрать на алюминии все сдать, почему бы и нет. Так, место для моих любимых лампочек. Так, все отлично. Так, торшер чуть не сбил-то. Ты смотри-ка. Так, на место положили. Все отлично, все хорошо. Так, теперь ты и зубы чистить не будешь. Так, и нафига мне три зубных щетки? Василич, нафига тебе три зубных щетки? Ты, в смысле, от настроения зубы начинаешь чистить? Или как? Блин, какую-нибудь бяку уже можно от него подхватить. Вообще, какой-то неудобный шкафчик. Ну, как бы, доставать не совсем удобно. Каждое утро надо залазить сюда, потом сверху доставать и так далее. Так, вроде бы все. Все вроде обнесли. Все отовсюду забрали. Так, бачок надо на место положить. А то что он стоит-то непонятно где? Василич, я тебе тут даже убраться помогаю, между прочим. Мог бы и пол... Что за фигня? В смысле, ты здесь вырос, что ли? Я не понимаю, что за магия здесь происходит. Так, ну все, все, точно, все забрали. А, лампочка. Блин, ну я до нее не достал. О, нифига себе, здесь ведро, еще швабра есть. Зубная паста. Не, до лампочки не достану. Просто мне тихо. Так, все, отличненько. Теперь дома и две швабры будет. Вообще нормально все. Так, все, сюда давай. Это сюда.
Это сюда. Так, ладно, я что-то приуныл. Так, ладно, ребят, все, мы первый этаж полностью у него обнесли, у нас остался только второй этаж, по сути, то есть, я надеюсь, ребят, что вы оставили, поставили свои лайки, подписались на канал, нажали на колокольчик, чтобы не пропускать новости. Если вам вдруг не приходит уведомление, попробуйте отписаться от канала, подписаться по новой, то же самое сделать с колокольчиком. Все, ребят, на этом все, с вами, как всегда, был я, Леха Смертник, всем удачи и всем пока. И, кстати, есть такая... маленький шанс того, что, возможно, даже, может быть, завтра выйдет шоу Хриплых. Но это не точно, ребят. Все абсолютно не точно, поэтому я ложусь спать. Вы в свое время ставите лайки. Вы поняли, да? То есть я сплю, вы ставите лайки, чтобы я спал, а лайки шли. Все, давайте, я ложусь спать. Опять мой второй голос с кем-то общался. Не знаю, с кем он общается. Он думает, что он какой-то ютубер, что ли. Он дурачок, мне кажется, какой-то. Вот он кто... Ладно, все, буду лежать спать здесь, смотреть. Надеюсь, второй голос больше не проснется во мне. Все, всем удачи и всем пока. Не знаю, с кем общаюсь, но просто он так делает, я просто за ним повторяюсь. Что крестьяне, то и обезьяне, как говорится. Все, я сплю.